На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать. То есть, если мы будем идти от истоков, все знают свои права, но все забыли про свои обязанности.